Прогревание двигателя – тоже одна из мелочей, которые кажутся не очень важными. Если вы хотите, чтобы все узнали, что вы новичок, делайте это так. Кто-нибудь, прекратите это. Спасибо. Почему бы не прогревать двигатель как профессионалу, даже если вы и не профессионал? Пусть зрители хотя бы в течение нескольких минут не знают этого. Когда вы начинаете работать с двухтактным двигателем, как правило, в картере скапливается много бензина. Ничего нет хуже, чем заглохнуть на полпути до стартовой линии. Наилучший способ избежать этого – пользоваться высокооктановым бензином и как следует прогревать двигатель мотоцикла. Кстати, хороший вариант – мешать топливо 50 на 50, специальное гоночное и высокооктановое. Вы получаете прекрасный результат и вдобавок экономите деньги. Когда вы включаете зажигание, то в течение 5-20 секунд, в зависимости от окружающей температуры, дайте двигателю поработать с закрытой воздушной заслонкой. Затем пусть работает на холостом ходу еще около 30 секунд. Если обороты двигателя выставлены правильно, то вам придется пользоваться рукояткой газа. Сам двигатель работать не будет. Затем, образно говоря, мотоциклу нужно прочистить горло, то есть сжечь излишки топлива в картере после холодного старта. Для этого лучше всего проехать на медленной скорости на более высокой передаче. Если вы по какой-либо причине не можете этого сделать, есть другой способ на месте. Для этого, прибавив обороты, медленно и плавно увеличивайте подачу газа. Если выхлопная труба продолжает дымить, повторяйте до тех пор, пока дым не прекратится. Это самый хороший способ избавиться от излишков топлива и прогреть холодный двигатель. Таким образом, вы удлиняете срок службы двигателя и не изводите свои уши грохотом. Гораздо хуже прогревать двигатель прямо перед стартом. Также очень важно размяться самому и разогреть мышцы. Помните, что также важно сделать несколько разминочных кругов перед самим занятием, а уже потом гонять на скорости.